26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты 40 секунд в ходе проведения проектных испытаний одной из систем на энергоблоке номер 4 Чернобыльской АЭС произошла авария, в результате которой была полностью разрушена активная зона реактора, уничтожены все защитные барьеры системы безопасности. В течение нескольких часов после аварии пожарным и персоналу ЧС удалось ликвидировать многочисленные очаги возгорания на пострадавшем блоке. Это предотвратило угрозу распространения пожара на другие энергоблоки. Чернобыльская авария открыла новую, неизвестную и страшную страницу в истории человечества – страницу глобальных техногенных катастроф. Ситуация во время ликвидации аварии была чрезвычайно сложной. Нигде в мире не существовало программ преодоления последствий подобных катастроф, средств пожаротушения, адекватных характеру пожара, реальных дистанционно управляемых систем для разборки высокорадиоактивных завалов. Не было в мире и опыта работы в условиях сверхвысоких радиационных полей. Трагедия произошла на территории Украины, и именно нашей стране довелось принять на себя основную тяжесть работ самого напряженного периода ликвидации последствий аварии. Для ликвидации аварии были задействованы значительные материально-технические ресурсы, контингенты специализированных ведомств, войска гражданской обороны, резервисты, специалисты многих министерств и ведомств, шахтеры, связисты, энергетики, буровики, дорожники, строители. Организации работ такого масштаба тоже надо было учиться впервые. Размещение питания, перевозки, дозиметрический контроль и дезактивация техники. Обеспечение людей спецодеждой требовали огромных усилий. Весь Советский Союз принимал участие в работах по ликвидации последствий аварии на ЧС. Радиоактивному заражению подверглось свыше 50 тысяч квадратных километров территории Украины. На них в 2218 населенных пунктах проживало свыше 2 400 000 людей. Экономике Украины был нанесен значительный ущерб. Если измерять его в денежном эквиваленте, то потери Украины составили более 10 миллиардов долларов США. Каждый год на преодоление последствий аварии наша страна тратит 1 миллиард долларов США. В Украине насчитывается более 3 миллионов пострадавших от катастрофы, в том числе около 1 миллиона детей. До сих пор эта радиационная катастрофа продолжает влиять на здоровье и жизнь многих людей. За прошедшие 2 десятилетия неоднократно предпринимались попытки разобраться с сущностью Чернобыльской аварии и причинами, которые привели к ней. Однако окончательной, единой и научно подтвержденной версии аварии до настоящего времени не существует. В сердцах людей, знающих и помнящих об аварии, огни Чернобыля не погаснут никогда. Стремительным и динамичным было начало освоения атомной энергетики. Постановлением Совета министров СССР утвержден план ввода атомных станций с 1966 по 1977 годы. Одна из атомных электростанций должна была компенсировать дефицит электроэнергии в Центральном энергетическом регионе, самом крупном в объединенной энергетической системе Юга. По итогам обследования коллегия Госплана Украинской ССР рекомендовала для размещения АЭС площадку около села Копачи Киевской области на правом берегу реки Припять. Будущей станции дано название «Чернобыльская». С подобающим эпохе энтузиазмом и молодым задором в середине августа 1972 года в основании главного корпуса был заложен первый кубометр бетона. Внимание! Штаб строительства сообщает. Сегодня комсомольская молодежная бригада Вячеслава Фокова 23.00 закончила монтаж каркасов шахты реактора до конечной 38-й отметки. Поздравляем бригаду арматурщиков с выполнением этого ответственного задания. Разрешается бригаде плотников-бетонщиков товарища Матвеева
приступить к опалубочным работам. Аппаратный цех ЮТЭМа. Усильте работы по сдаче теплоизоляции. Слова «атом», «атомное» для многих стали уже обыденными. А вот когда ты своими руками берешься строить атомную станцию, появляется какое-то особое ощущение. Ощущение необычности. Будто ты сопричастен к таинству. Впрочем, так оно и есть. Наша Чернобыльская крупнейшая в мире. С самого начала строительства низкие темпы ставили под угрозу срыва в сроки пуска первого энергоблока в 1975 году. Персонал ЧС в эти дни, недели, месяцы и годы прилагал максимум усилий для выполнения правительственных сроков. Однако даже плановое хозяйство не могло подкрепить благородный порыв и настрой своевременными поставками документации, оборудования и комплектующих изделий. Была организована круглосуточная работа по критическим позициям графика пуска блока. Строители, монтажники и эксплуатационный персонал самоотверженным трудом обеспечивали пуск первого энергоблока. В то время, наверное, мало кто из участников всесоюзной ударной стройки задумывался над тем, что вводом первого энергоблока ЧС пишет страничку большой истории атомной энергетики Украины. Любая работа становится привычной, но нет-нет, да и мелькнет в веренице будней мысль о том, как много дано людям покорить атом, заковать его, заставить не разрушать, а созидать. 1 августа 1977 года в активную зону реакторной установки была загружена первая тепловыделяющая сборка. Меньше чем через две недели, 14 августа, завершена полномасштабная загрузка топлива и выполнены основные эксперименты по программе физического запуска. И вот, после необходимого в таких случаях предварительного подъема мощности реактора, 26 сентября 1977 года в 20 часов 19 минут включением в сеть турбогенератора номер 2 Чернобыльская АЭС вошла в строй действующих. 21 декабря 1978 года был введен в эксплуатацию второй энергоблок, через три года третий, а еще через два – четвертый энергоблок. Одновременно с вводом первых объектов на ЧС строился и город атомщиков Припять, расположенный на западе от 3-километровой санитарно-защитной зоны АЭС. К 1986 году в городе, помимо современных ансамблей жилых домов, была создана социальная инфраструктура, обеспечивающая комфортную жизнь 49 тысяч жителей. В Припяти жили представители 30 национальностей. Ежегодно здесь рождалось более 1000 детей. В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на станции дежурили 176 человек. Но далеко не все из них были осведомлены о том, что на 26 апреля была назначена программа испытаний турбогенератора номер 8 ЧС. Жители Припяти, уверенные в завтрашнем дне, спокойно спали. Немногих потревожил взрыв, немногих разбудил пожар. Масштабы аварии, ее характер, развитие казались специалистам маловероятными, почти фантастическими. Взрыв привел к полному разрушению активной зоны реактора, повреждению большинства несущих конструкций реакторной части блока. Были уничтожены барьеры и системы безопасности, защищающие окружающую среду от радионуклидов, находящихся в облученном топливе. Уже первые измерения мощности дозы вокруг разрушенного блока и на всей площадке ЧС поразили своими значениями. Возле блока мощность гамма-излучения достигала 2000 рентген в час, а внутри разрушенного реактора – до 50 тысяч рентген в час. Одним из первых вопросов, которые появились перед правительственной комиссией по расследованию причин Чернобыльской аварии, был определение судьбы населения города Припяти. Постоянный контроль за радиационной обстановкой показал, что уровень радиации рос и достиг в отдельных местах сотни миллирентген в час. Правительственная комиссия принимает решение о подготовке к эвакуации жителей Припяти. Эвакуация началась в 14 часов 27 апреля 1986 года и была проведена за 3 часа.
В этот день из города вывезли 45 тысяч человек. В первые дни после аварии также эвакуировали население 10-километровой зоны ЧАЭС. 2 мая принято решение об эвакуации населения из 30-километровой зоны ЧАЭС и ряда населенных пунктов за ее границами. В дальнейшем до конца года из 188 населенных пунктов было эвакуировано 116 тысяч человек. Прощаюсь с женой и дочкой. Это все 27 апреля. Жена понимает, что ехать надо, но боится за меня. Неизвестность страшит. Может, и меня постигнет участь тех несчастных, что сгорели от двух огней. Видимого огня и холодного, коварного невидимки. Воображение, конечно, рисует ей страшные картины. И особенно одну. Обреченный больной человек, ее муж. А те, кто уехал, останутся теми же. И постепенно у них все образуется. Ведь их много, и даже совесть у них будет чиста. Им просто больше повезло. Дочь обхватила за шею и, всхлипывая, повторяет: «Папа, приезжай через 4 дня. Через 4 дня. Обязательно через 4 дня». Как-то неудобно расспрашивать ее, почему через 4 дня. Какое-то маленькое пророчество, которому суждено было сбыться. Захожу проститься со старушкой, бабой Надеей. Она наливает мне большую кружку кисляка и напутствует добрыми словами. Я спешу, надо проехать 200 километров до Припяти, чтобы успеть выспаться и утром поехать на работу. Ждите меня здесь, как узнают, что делать, приеду или дам телеграмму. Сестра подает ключ и просит взять в квартире деньги. Все долго машут руками мне вслед. В середине мая 1986 года правительственная комиссия приняла решение о долгосрочном консервировании разрушенного 4-го блока. Реализация данного задания осложнялась чрезвычайно высокими полями гамма-излучения, отсутствием достоверной информации о степени разрушения и состоянии конструкции 4-го блока. Проектирование укрытия началось 20 мая. Строительство продолжалось 206 дней и ночей с июня по ноябрь 1986 года. В нем приняли непосредственное участие только около 90 тысяч строителей. В процессе строительства было уложено свыше 400 тысяч кубометров бетона, смонтировано 7 тысяч тонн металлоконструкций. Полное мужество, самоотверженности и стойкости, борьба десятков тысяч людей с неожиданной страшной бедой завершилась победой в сражении с атомной стихией. Объект укрытия укрыл под своими бетонными сводами руины 4-го энергоблока. В ликвидации последствий аварии приняли участие сотни тысяч добровольцев. Работая в экстремальных условиях, они проявляли чудеса стойкости и героизма. Многие из них получили значительные дозы облучения. Огромные физические и психологические нагрузки накрепко сплачивали людей. Ах, как звонко соловьи той ночью пели, как весна красна манила и звала. Как сады благоухали и кипели, ночь над Припятью божественной была. Но явился среди ночи демон страшный и суровый приговор провозгласил.
над Чернобылем, над миром задремавшим, вдруг рвануло 90 Хиросим. Не вздумай, не смей позабыть навеки, запомнить изволь Чернобыль, нашу черную быль Чернобыль, нашу общую боль Чернобыль, нашу черную быль Чернобыль, нашу общую боль. Будем помнить, как той ночью над отчизной смертоносная вскипела круговерть, как герои, не щадя ни сил, ни жизней, шли в атаку на невидимую смерть, как от взрыва содрогнулась вся планета, как душа людская в страхе напряглась, как с Чернобыля, теперь уж ясно это, в мире новая эпоха началась. Не вздумай, не смей позабыть навеки, запомнить изволь Чернобыль, нашу черную быль Чернобыль, нашу общую боль. Вопросы возобновления эксплуатации первых трех энергоблоков Чернобыльской АЭС, проведение необходимых для этого работ были в ряду важнейших в плане ликвидации последствий аварии и решались параллельно с работами по консервации четвертого энергоблока. Восстановительные работы начались с дезактивации основных и вспомогательных зданий и сооружений энергоблоков. Одной только территории станции было дезактивировано 1 200 000 квадратных метров. Перевод персонала ЧС на вахтовый метод работы позволил создать оптимальные условия для труда и проживания персонала. Уже в октябре 1986 года возобновил работу первый энергоблок, через месяц второй, а еще через год был введен в эксплуатацию третий энергоблок. Чернобыльские события заставили коренным образом пересмотреть подходы к безопасности ядерных установок и культуре безопасности. 2 октября 1986 года было принято решение о строительстве нового города энергетиков Чернобыльской АЭС, города Славутич. Славутич – самый молодой город в Украине. В его создании принимали участие архитекторы и строители 8 бывших республик Советского Союза. Азербайджана, Армении, Грузии, Латвии, Литвы, России, Украины и Эстонии. Город представляет собой оригинальный архитектурный ансамбль. В Славутиче проживает около 25 тысяч человек. Украина, проявляя добрую волю и подтверждая свое намерение, изложенное в меморандуме о взаимопонимании между правительством Украины, правительствами стран Большой Семерки и Комиссией Европейского сообщества от 20 декабря 1995 года, приняла решение о досрочном выводе из эксплуатации Чернобыльской АЭС. Второй энергоблок был остановлен после пожара в машинном зале 11 октября 1991 года. Первый энергоблок в соответствии с указом президента Украины остановлен 30 ноября 1996 года. 15 декабря 2000 года в 13 часов 17 минут поворотом ключа аварийной защиты навсегда остановлен реактор энергоблока номер 3 Чернобыльской АЭС. Станция прекратила генерацию электроэнергии. Прошу генерального директора ЧАЭС доповести про готовність остаточної зупинки третього енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Енергоблок номер 3 Чорнобильської АЕС к окончательному остановку готов. На виконання рішення України і міжнародних зобов'язань нашої держави наказую розпочати роботи по остаточному виведенні з експлуатації третього блоку Чорнобильської атомної станції. Начальник зміни Ілічища, произвести окончательный останов энергоблока номер 3 Чернобыльской АЭС в соответствии с технологическим регламентом и инструкциями. Вас понял. Произвести окончательную останов третьего блока Чернобыльской АЭС в соответствии с технологическим регламентом и эксплуатационными инструкциями. Правильно, выполняйте.
Принято. Внимание, блочный щит. Вюр бостовой. Заглушить реактор ключом АЗ-5. Команду понял. Заглушить реактор ключом аварийной защиты 5. Выполняйте. Понял. Приступаю. Внимание на блочном. Приступаю к заглушению реактора ключом аварийной защиты 5. Есть режим АЗ-5? Все стержни идут с доном. Досрочное закрытие ЧС привело к возникновению целого ряда социальных проблем, а также нормативно-правового характера. 29 ноября 2000 года Кабинет министров Украины утвердил комплексную программу снятия ЧС с эксплуатации и программу социальной защиты. После окончательного остановки энергоблоков перед коллективом ЧС встали новые задачи, беспрецедентные по масштабам, содержанию и объемам. Для их реализации 11 июня 2001 года было создано государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС». По снятию с эксплуатации энергоблоков атомных станций и преобразованию объекта укрытия в экологически безопасную систему. Чернобыльская АЭС первой среди отечественных АЭС встала на путь снятия с эксплуатации. Сложность этой задачи заключается в том, что работа энергоблоков была прекращена к исчерпанию проектного ресурса при отсутствии необходимых документов, финансовых средств и необходимой инфраструктуры. По-прежнему остается актуальной и задача обеспечения безопасности. Это связано прежде всего с тем, что на площадке ЧС находится значительное количество ядерного топлива и радиоактивных отходов. Первые годы, прошедшие после остановки блоков, были самые трудные для атомщиков, которые привыкли вырабатывать электроэнергию. Требовалось время, чтобы перестроить, прежде всего, коллектив, чтобы сделать своеобразный разрыв между эксплуатационщиками и людьми, начинающими демонтировать оборудование. Только сейчас ЧС начинает входить в режим работы по снятию с эксплуатации. За время, что прошло после закрытия ЧС, был выполнен большой комплекс работ по подготовке к снятию с эксплуатации. Основной работой, которая проводится в настоящее время на энергоблоках, является окончательная остановка систем и оборудования. Энергоблоки освобождаются от жидких и твердых радиоактивных отходов, накопленных за время эксплуатации. На промышленной площадке ЧС предстоит ввод в эксплуатацию многих объектов инфраструктуры. 2004 год ознаменован началом важного этапа – демонтажных работ оборудования, которое не оказывает влияния на ядерную безопасность. Этот год стал ключевым и в реализации плана осуществления мероприятий на объекте укрытия. Завершен комплекс подготовительных работ по созданию необходимой инфраструктуры для обеспечения стабилизации строительных конструкций объекта укрытия и строительства его новой защитной оболочки. Потенциальная опасность объекта укрытия не оставляет места для самоуспокоения.
Приведение его в экологически безопасное состояние необходимо и нам, и нашим детям. Пока это не сделано, Чернобыльская авария не закончена. Она продолжается и требует пристального внимания, значительных усилий и ресурсов. Решение проблем, которые возникли в связи с закрытием Чернобыльской АЭС, имеет огромное значение для безопасности не только Украины, но и всей Европы.